прямом эфире новости сейчас. В студии Людмила Казак. Здравствуйте. Уровень сотрудничества Беларуси и Китая один из самых высоких в мире. О новых проектах говорили сегодня во Дворце независимости. Китайская корпорация Медеа Групп планирует расширить присутствие в нашей стране. Известный производитель микроволновых печей и водонагревателей интересуется рынками холодильников и электропечей. Похвально то, что компания намерена расширять свое присутствие в нашей стране. Мы готовы поддержать на аналогичных основах любой ваш проект. Любой. Можете быть уверены, что мы продолжим оказывать поддержку и содействие развитию партнерских отношений. Как принято считать в руководстве Беларуси и Китайской Народной Республики, мы – железные братья. Наш уровень сотрудничества – один из самых высоких в мире. В этом году под маркой «Медеа Горизонт» планирует выпустить около миллиона СВ-печей на сумму в 40 миллионов долларов. Планируют производить в Беларуси и кондиционеры. Об этом нашему каналу сообщил гендиректор «Горизонта» в рамках мероприятия, приуроченного к десятилетию китайско-белорусского холдинга «Медеа Групп». Подробный бизнес-план отправят на рассмотрение правительству. Только что стало известно, Елена Купчина избрана председателем 17-й сессии Генеральной конференции ООН по промышленному развитию. Это главный политический орган универсальной международной организации системы ООН. Представитель Беларуси занял должность руководителя сессии впервые в истории. Сегодня в Будапеште стартовал саммит 16+1. На форуме премьер Беларуси встретился со своим латышским коллегой. Наша страна рассматривает Латвию как перспективного инвестора, в том числе для новых компаний в Великом Камне. Сегодня востребованы логистические возможности каждой из сторон. У Латвии выход к морю, мы строим сухой порт с Китаем. Более 50 уголовных дел по факту злоупотребления служебными полномочиями и взяточничестве возбуждено в отношении целого ряда руководителей предприятий ЖКХ страны. Из материалов проверки ГУБЭП известно, что должностные лица за вознаграждение принимали решение о закупках оборудования не у официальных дилеров и поставщиков, а у фирм-посредников. При этом нужные компании завышали цены до 10 раз. Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл запланирована на весну следующего года. О своих намерениях принц сообщил королеве Елизавете II и другим членам королевской семьи. Помолвка пары состоялась в этом месяце. После свадьбы молодожены будут проживать в одной из резиденций Кенсингтонского дворца. Таковы новости к этому часу. До встречи в 19:00.